Самые интимные процессы, когда смотришь на такие кадры, всегда хочется разговаривать полголоса или даже шепотом. Несмотря на то, что сейчас мы находимся здесь, в студии прямых эфиров, все равно как-то, знаете, смотришь и не хочется им мешать. Наверное, обращали внимание и понимаете прекрасно, почему всегда именно вот этот процесс, процесс кормления ребенка, наверное, является основным во всех видеороликах, которые посвящены рекламе детского питания или витаминов для будущих мам. Вообще все, что касается зарождения будущей жизни, будущей личности, какой она будет успешной, счастливой, на кого будет похожа эта личность, никто не знает, об этом можно только догадываться или прикидывать, но всегда этот процесс самых, наверное, первых дней, когда ты узнаешь то, что ты станешь мамой, становится каким-то безумным праздником, а потом зарождением какой-то новой жизни, где все точно будет по-другому. Сегодня у нас в студии люди, благодаря которым в Солнечногорске появляются на свет дети, новые граждане, новые жители нашего замечательного округа Солнечногорья. Я с удовольствием представлю наших гостей. У нас Мария Анатольевна Холдина, заместитель главного врача по детству и родовспоможению. Добрый вечер. Здравствуйте. И Ирина Владимировна Нестеровская, заведующая женской консультации. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, мы с вами смотрим на эти кадры, и, наверное, у нас безумно сразу какой-то радости сердце наполняется, и, конечно, можем себе представить, насколько рады и счастливы наши мамы. Собственно, почему мы решили сегодня вот так вот вдруг, да, накануне, тем более учебный год начинается, да, заговорить о нашем, о приумножении жителей нашего Солнечногорского округа. Ну, потому что действительно есть о чем рассказать и есть что показать в нашем роддоме. Есть изменения, которые, много что меняется и в медицине. Мы говорим о стандартах, которые обозначает регулярно губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Давайте начнем все-таки со стандартов. Ну, самое первое и важное, что нужно знать нашим жителям, нашим женщинам в первую очередь. Наш Солнечногорский роддом соответствует всем стандартам. Да, я как заместитель главного врача именно по родовспоможению и детству могу абсолютно точно с уверенностью сказать всем нашим дорогим мамочкам, будущим мамочкам, жителям нашего замечательного Солнечногорья, что наше родильное отделение Солнечногорской ЦРБ соответствует полностью как технически, так и по кадрам всем современным стандартам, которые предусмотрены Минздравом Российской Федерации. Наше родильное отделение является родильным отделением второго уровня. То есть мы имеем право оказывать акушерскую, гинекологическую, родовспомогательную медицинскую помощь. И в эту помощь включаются такие аспекты, как оперативное родоразрешение, ведение беременных и ведение родов у беременных именно со средней степенью риска. Мы имеем право родоразрешать женщин там, с определенным типом соматической патологии. В нашем отделении мы можем родоразрешать женщин в сроке, ну, я так скажу, конечно, не 32 недели, потому что это не уровень перинатального центра, который является третьим уровнем. Мы о нем поподробнее, надеюсь, еще поговорим. Но мы можем родоразрешать женщин у тех, вот, у которых случилась такая неприятность, как преждевременные роды. Для этого у нас есть все. У нас есть в отделении реанимации отдельно выведенная койка для новорожденных, недоношенных деток. Этих детей мы стабилизируем и потом переправляем на второй этап путем санавиации, путем реанимобилей, которые вот эта сеть, она широко развита у нас в Московской области. Большое спасибо нашему губернатору, он нам позволил это сделать. Никаких проблем с переводами новорожденных детей на второй, на третий уровень нет. И наши женщины в Солнечногорье должны об этом знать. Если вот заговорили именно о детках, которые раньше срока появились на свет, поспешили обрадовать своих родителей, с какого веса, какой минимальный вес вот именно в условиях Солнечногорского роддома можно уже выхаживать? У нас есть определенные приказы, которые регламентируют, да, оказание медицинской помощи, выхаживание таких вот маловесных детей.
Конечно, наше реанимационное койко-место, оно предусматривает, в принципе, предусматривает, мы можем оказать помощь детям, которые родились от 32 недель, потому что бывает всякое. И это будет от 500 грамм. Но понятное дело, что в условиях роддома второго уровня такие дети у нас долго не задерживаются. Мы принимаем роды, оказываем первую всю необходимую помощь, стабилизируем состояние и переводим этих детей. Но, слава богу, вот у нас пока еще в истории нашего роддома существования таких деток еще не случалось. Но от кило 200 у нас есть большой опыт, у нас есть высококвалифицированные специалисты, их три неонатолога-реаниматолога, которые вот они будут у нас в эфире, вы их послушаете, и они могут абсолютно спокойно оказать эту помощь, и наши дети под надежной защитой, под контролем, и каких-то непредвиденных, и тем более, не дай бог, конечно, летальных случаев у нас не случалось. И, насколько я понимаю, даже если и попадает тяжелая пациентка с тяжелой беременностью, и есть необходимость ее перевести уже в перинатальный центр, либо в учреждение, где другой уровень выше, вы таких пациентов, ну, говоря простыми словами, не бросаете. Вот ведете до, несмотря на то, что уже переводите и в другое лечебное учреждение, тем не менее, все равно контролируете, все равно ведете, наблюдаете. Об этом, наверное, сейчас лучше расскажет у нас заведующая женской консультацией Ирина Владимировна. Все перинатальные центры оснащены точным оборудованием, высокотехнологичным. Вот. Каждая женщина высокой и средней степени риска может быть проконсультирована в перинатальном центре. Перинатальные центры имеют свою специализацию, и в зависимости от того, какая патология у женщины выявлена во время беременности у пациентки, мы направляем в перинатальные центры. В основном пациенток с экстрагенитальной патологией, заболеванием почек, печени, заболеванием сердечно-сосудистой системы мы направляем в Московский областной институт акушерства и гинекологии. В другие перинатальные центры, наш перинатальный центр — это Щелковский перинатальный центр, с удовольствием наши женщины там рожают, и мы направляем их для выхаживания именно недоношенных деток туда. Вы называете сейчас как раз медицинские учреждения очень известные, и часто кто-то называет это стереотипом, а кто-то просто обычной народной молвой, что попасть туда практически невозможно, это очень сложно договориться и так далее. А насколько я понимаю, здесь пациентка, которая обратилась в Солнечногорский роддом, которой необходима определенная медицинская помощь такого уровня, без проблем, без труда. И, насколько я знаю, вы еще и сами их отвозите, доставляете. В Московской области существуют закуплены комфортабельные микроавтобусы, и пациентки из отдаленных районов по договоренности с перинатальным центром на этих автобусах отвозятся в сопровождении медицинского работника. Либо на консультацию, либо уже на госпитализацию. Вот буквально сегодня мы перевели женщину на роды в перинатальный центр Балашихи. Абсолютно нет никаких проблем. Это никакого долгого сбора документов, каких-то справок? Нет, это бесплатно, это доступно. Это даже может осуществляться по желанию пациентки, по желанию женщины. Да, если по каким-то причинам пациентка не хочет, рожать в Солнечногорском роддоме, учитываются все индивидуальные пожелания, все особенности, не только по медицинским показаниям, но и по индивидуальному желанию. Женщину мы отправляем на лечение либо в патологию беременности отделения перинатальных центров, либо уже на роды непосредственно. Но если мы вернемся с вами все-таки именно в наш Солнечногорский роддом и все, что, скажем так, в пределах квалификации и врачей, и необходимого оборудования, больше или меньше у вас стало тяжелых родов, каких-то сложных случаев? Под отделение патологии беременных, насколько оно заполнено, не заполнено. Я не случайно задаю этот вопрос, ведь если мы говорим, мы начали с того, что стандарты, и по всем стандартам оборудован роддом, мы знаем, что идет большая программа от губернатора и по диспансеризации населения, и в целом по оздоровлению населения. И столько мероприятий проводится именно с призывом к здоровому образу жизни. Дело даже, мы даже не говорим о пропаганде, а действительно мероприятий таких много. Вот хочется спросить, здоровее нация это стала, вот именно если мы говорим про солнечногорцев, что с нашими мамами, как у них?
обстоят? Ну, мам мы тщательно обследуем. И, естественно, чем тщательнее обследована пациентка, тем больше мы у нее выявляем патологии. Потому что нет вот здоровых сейчас... людей, если не обследованы. Да, верно. Вот и сейчас есть возможность в условиях женской консультации тщательно обследовать пациенток. У нас на базе женской консультации перинатальный кабинет ультразвукового исследования пациенток. Там находится экспертного класса оборудования, работают специалисты высшей квалификационной категории, которые имеют международные сертификаты. Вот, и то есть ваши специалисты пациентам... международного уровня, да, я это так специалисты международного уровня. Скрининг перинатальный можно проводить, имеют сейчас в Московской области, имеют проводить право только специалисты с международным уровнем, с таким сертификатом. В Солнечногорской женской консультации такие специалисты есть, и мы с удовольствием проводим женщинам ультразвуковое исследование. Ирина Владимировна, забыла сказать, извините, что это, более того, наш кабинет ультразвукового скрининга первичного, да, мы проводим на округ. То есть к нам приезжают беременные женщины в сроке 12-14 недель из Химок, приезжают не только из Солнечногорска, из Клина, и мы с удовольствием всех принимаем. У нас приказ, да, у нас окружной скрининг-кабинет. Мы очень как бы в области занимаем одно из лидирующих позиций по вот выявлению патологии именно вот в таких маленьких сроках. Мы можем гордиться. Вот это как раз это самый главный момент для любой семьи, которая планирует ребенка, потому что все слышали, потом, причем даже где-то говорилось о том, что некие нововведения появились, какие-то дополнительные исследования вот именно в рамках скрининга, что можно прямо буквально на самых-самых ранних сроках уже узнать, что если что-то, не дай бог, пойдет не так, что-то с ребенком, с умственными способностями, с будущими и так далее. Генетика. То есть все здесь это проводится. Да, комплексное исследование. Mm-hmm. Комплексное исследование проводится в 11-14 недель, в 18-21 неделю и в 30-34 недели. Это так положено, проводить исследования. Если есть необходимость, исследования проводятся чаще. Кроме того, в женской консультации есть аппарат. Это кардиотокография. Плода проводим. Кардиотокография у нас два аппарата очень хороших. Вот, проводят для кардиотокография, это что она позволяет показать? Посмотреть? Предполагаемое состояние плода. То есть, как бьется сердечко плода. Женщина слышит врач. Это очень, на самом деле, волнительно и интересно для пациенток. Они любят ходить на кардиотокографию плода. У нас есть два аппарата. Один из аппаратов позволяет для многоплодной беременности слышать сердцебиение одновременно сразу двух пациентов, да, то есть двух плодов. Вот это очень интересное оборудование, уникальное. Вот если мы говорим про УЗИ, ну, насколько я знаю, сейчас они там как 3D, 5D, 4D, как в кинотеатре в буквальном смысле, когда приходит пара узнать пол будущего ребенка. То есть тоже в максимальной четкости изображения можно увидеть уже. Да, самые, как это, знаете, сейчас же модно стало, эти первые фотографии малыша, да, это не, да, из роддома, да. А первые фотографии – это кадр с УЗИ. Да. И это тоже вешают на стену в рамочку, да, рядом со свадебными фото, как правило. А, то есть у вас тоже, да, это все в высокой четкости? Да, все это есть в высокой четкости. Часто пациентки приходят со своими мужьями или близкими родственниками. Они обычно даже видеосъемку проводят, если кому-то это интересно, и фотографируют пациентов. Пациенток и УЗИ тоже. Врач всегда показывает фотографии. У вас можно проводить видеосъемку вот этих процессов? Мы разрешаем. Да, мы разрешаем. Ну, потому что, да, все же хочется записать в историю, тем более такой важный момент, как рождение нового человека. Это действительно очень здорово. И я обратила внимание, ну, даже вот по картинкам, по кадрам, помимо технической оснащенности, мы еще говорим о комфорте. Это тоже очень важный фактор. Да. У вас постоянно какие-то обновления, я не знаю, ремонты, ну не косметика, как я понимаю, судя по кадрам. Мы стараемся сейчас сделать все возможное для того, чтобы пребывание наших будущих мамочек было максимально комфортным. Мы понимаем, что сейчас нужно идти в ногу со временем, и помимо того, что мы можем обеспечить высококлассное оборудование, обученных специалистов, которые будут стоять на страже вашего здоровья, сейчас современным мамам очень важно вот обстановка комфорт. И комфорт. Вот там, где чисто визуальный ряд. Вот здесь не могу не продолжить вашу мысль. Любому потребителю такой услуги, да, если уже говорить маркетинговыми терминами,
хочется, ведь роддом — это такое место, вот мы не хотим это считать больницей. Да. Как бы то ни было, даже если беременность протекает непросто, хочется прийти в какое-то такое место, вот, чтобы вот ни в коем случае стены не больничные, чтобы и медперсонал общался не как врач с пациентом, а несколько по-другому. Ну, вот такая, скажем, клиентоориентированность, да? Да. То в свое время, да, много лет тому назад, именно поэтому стали почему-то женщины давать предпочтение частным медицинским центрам, именно если мы говорим о родах, да и не только в этой сфере. Сегодня именно благодаря вот этим стандартам новым, которыми обязаны быть оснащены практически все медицинские учреждения и страны, и региона. И там все это есть. И говорят, что вот индивидуальный подход к каждому, и вот действительно вы попадаете, вот у вас так же. Мы стараемся соответствовать. Сейчас усилиями администрации нашей центральной районной больницы в отделении проводится ремонт. Те мамочки, которые у нас сейчас лежат в отделении патологии беременности, mm-hmm. или которые готовятся к родам там на mm-hmm. Вот предродовая госпитализация, mm-hmm. они это видят. Что вчера меняете? Меняем практически все. Меняем концепцию отношения с пациентами, меняем обстановку визуальную. В отделении размещены красивые плакаты, которые не просто плакаты, и знаете, вот как вот раньше вот было, давайте рожать, там мы за здоровое материнство, mm-hmm. а это красивые, современные фото, позитивные. Да, фото, которые, когда смотришь на них, они создают впечатление, настроение. Женщина смотрит на вот этих малышков улыбающихся, на счастливых пузатеньких мамочек, на папу, который держит этого малышка на руках в первый раз. Вот эти вот взгляды и вот все, что вот фотографы запечатлели, мы это постарались вот максимально вот воспроизвести. У вас уже финишная отделка получается? Практически, да. Почему спросила сейчас именно про этот момент? А вы не думали о том, чтобы, например, сделать, вот если вы говорите, да, красивых, мотивирующих, будем так говорить, и действительно излучающих позитив фото? А это, кстати, очень-очень важно, и вы как медики в первую очередь даже меня поддержите, наверное, именно психологически. Психологический настрой, конечно. Вообще это первое, с чего нужно начинать. Может быть, организовать фотогалерею именно солнечногорских мамочек? Мы хотим сделать. У нас просто сейчас приемное отделение вступило в капитальный ремонт, и как только завершится вот капитальный ремонт, и он будет на финишной прямой, мы уже начнем фотографировать своих вот новорожденных наших малышей солнечногорцев, и у нас будет прямо перед выписной комнатой, которую мы, кстати, тоже переоборудовать не собрались, а уже мы это уже осуществляем. И у нас будет целая фотогалерея. Uh-huh. Прям по пути выписки вот женщины у нас будет целая галерея вот этих портретов наших маленьких пациентов, которые родились у нас. Есть еще такое понятие, как торжественная выписка. Сегодня, ну, я так понимаю, вы тоже планируете, да, вот такую услугу. И тем более вы говорите об отдельной выписной. Да, которая, тем более, в откроем новом ремонте, сейчас в такой большой секрет. Мы, учитывая пожелания наших родителей и будущих, и тех, кто уже родил и выписался из стен нашего родильного дома, мы учли все их пожелания, мы перенесли комнату выписки новорожденных в более комфортабельную, более большой кабинет. Мы его сейчас отделываем, там закончилась полностью капитальный ремонт, и сейчас происходит вот именно вот художественная, я бы сказала, отделка помещения. Вам очень понравится. Приходите к нам, у нас много задумок, будет красивая, шикарная фотозона. Откликнулись такие вот индивидуальные мастера, которые вот handmade, сейчас правильно вот это вот модно говорить. Да, откликнулись, большое спасибо. Нам помогают, расписывают стены, делают фотозону для того, чтобы молодые родители и счастливые родственники могли запечатлеть вот эти вот счастливые кадры выписки. Мы собираем внедрять услуги такой видео-фотосъемки. Ну, смотрите, я никогда бы не думала, что я это скажу. Медицина поддерживает малый бизнес, получается, вот на примере Солнечногорского округа. Если мы от красивых стен и комфортных условий перейдем к самому главному, к умам, да, вот недавно слышала
по-моему, если не ошибаюсь, Mesh.ru опубликовали, что какой-то японский ученый нашел способ, чтобы пара, которая планирует ребенка, ну, все же хотят там конкретно вот сейчас мальчика, потом вот девочку, в общем, все гораздо, какой-то более простой способ, который позволит людям заранее конкретно спланировать именно определенные или сына, или дочь, или там двойню, например, чтобы сын и дочь. Но при этом сразу отклик ученых на эту информацию был очень активный, и очень много было негативных высказываний, в том числе даже сам японский врач сказал о том, что как бы это все может привести к очень большим и негативным последствиям именно среди населения, потому что везде идет кампания против абортов, против лишения жизни, которая еще только зародилась в утробе матери, но тем не менее, возможно, это может здесь как раз этот график может подскочить, и здесь будет другая динамика совершенно наблюдаться. Что об этом думаете вы, и какие нововведения у вас вот именно вот в таких сферах? Ну, я понимаю, что идет же планирование семьи, вы заранее говорите полуребенку, но, наверное, если мама и планирование беременности с помощью вашей команды делает, то тоже, наверное, здесь какая-то помощь в этой сфере есть. Ну, мы хотим обратить внимание жителей, которые страдают бесплодием. Мы сегодня говорим о тех пациентах, которым уже сейчас имеют счастье быть мамами. Вот. Но есть пациентки, у которых нет пока такой возможности. Вот. В Солнечногорской женской консультации мы даем направление на бесплатное ЭКО всем пациентам, которых страдают бесплодием. К проведению процедуры есть определенные противопоказания. Это в первую очередь экстрагенитальные серьезные заболевания, злокачественные опухоли, другие патологии, которые могут быть выявлены у женщины. Противопоказаний к мужскому бесплодию нет для лечения ЭКО. Вот. Ну, поэтому мы даем направление на ЭКО, и с удовольствием возвращаются к нам мамочки, уже беременные, счастливые. Сколько в Солнечногорске было вот даже в этом году? У вас есть информация? 28 пациенток вернулись беременными. И это бесплатно, потому это что бесплатно, я знаю, что да. Это достаточно вообще, в принципе, дорогостоящая история, а бесплатно по показаниям, то есть это, какой здесь главный критерий? Вот вы говорите, бесплодие как диагноз ставится, ну, выявляется, скажем так, соответственно, на протяжении какого-то определенного количества лет должен этот диагноз сохраняться, ведь кому, как не вам, врачам, знать о чудесах, которые происходят, и очень часто так бывает, пара 10 лет не может родить ребенка, даже берут деток из приемных деток в семью, тем не менее, потом становятся родителями. Проводят комплексное обследование, лечение бесплодия другими методами. Если женщина более 35 лет, то мы ее лечим не более полугода. Если женщина старше, то практически сразу мы даем направление к репродуктологу. И очень быстро пациентки возвращаются от нас с результатом. Эта процедура доступна, здесь? Приходите, дадим направление, никаких проблем не будет. Ну, а в целом, если посмотреть сейчас на наших пациенток, в каком возрасте в основном приходит к вам за первенцем? Ну, там диапазон совсем разный. Диапазон очень разный. А раньше все время женщины возмущались на врачей, которые пишут им там в карте «старородящая». Какая она там старородящая, если ей там всего, скажем, 32? Вы знаете, я просто как руководитель такого большого подразделения, я бы просто хотела сказать всем женщинам, не надо бояться, не надо слушать разговоры каких-то соседей, нужно просто прийти к нам. Надо прийти к нам на день открытых дверей, который проводится во вторник с 13.00 до 14.00 еженедельно. Вход абсолютно свободный, записи предварительной нет. И по субботам с 11 до 12 по предварительной записи. Мы есть в Инстаграме, мы есть во всех соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Вся эта информация, она доступна для жителей Солнечногорья. Вы можете увидеть, когда мы вас ждем. У нас замечательная школа материнства, которая проходит еженедельно по четвергам в 16 часов. Тоже без предварительной записи. Пожалуйста, приходите, и мы вам расскажем. Мы абсолютно доступны, мы открыты. И мы просто расскажем вам о том, что может предложить наш родильный дом вот сейчас в современных реалиях. Мы для этого делаем все. Мы стараемся, мы хотим, чтобы вы к нам приходили. Мы боремся за каждого пациента. Вы для нас очень важны.
мы вас всех очень любим, и мы будем стараться и впредь делать ваше пребывание вот в наших стенах, вот в наших стенах лечебного учреждения максимально комфортным. И плюс я еще вот буквально минутку, я не могу не сказать о том, что 1 сентября для нас, для всех, для мам, для пап, для бабушек и дедушек, это не только начало нового учебного года, но и начало новой реализации новой программы нашего губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Я родился в Подмосковье». Вы, наверное, о ней уже наслышаны, и я не могу об этом не сказать. Много информации сейчас идет. То есть я правильно понимаю, что сейчас вы более подробно, да, про концепт, уже те, кто с 1 сентября, вот буквально 1 сентября, наверное, тоже уже запланированы роды, да, у наших. Мы надеемся, и да. И это значит, что они уйдут не с одним подарком, ну, у кого-то двое, но с тремя, да? Или даже больше. Возможно. А что за подарок дарит губернатор каждому, кто родился в Подмосковье? Да, с 1 сентября. То есть нужно четко понимать. Все, кто родился 1 сентября 2019 года, имеют право на получение подарка «Я родился». В этот комплексный подарок, во-первых, его имеют право получить любая мама, которая является гражданкой Российской Федерации и которая родила либо в перинатальном центре, любом перинатальном центре Московской области, либо в родильном доме города Солнечногорска. И зарегистрировала своего ребенка на территории Московской области, ну, то есть в частности в отделе Солнечногорского отдела ЗАГС. Этот подарок может быть на выбор. Либо это большая подарочная коробка «Я родился в Подмосковье», которая содержит поздравительный буклет с информацией очень нужной и плюс около 50 подарочных вот этих наборов, там входит и одежда и так далее, там вы сами это все увидите. То есть все, что необходимо, да? С 0 до 6 месяцев для ухода за новорожденным, для облегчения жизни мамы, туда все это входит. Вы можете помимо этого подарка на выбор, если вам вы не хотите брать подарок, вы уже все приготовили для малыша, вы можете взять компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Подарочный набор выдается на одного ребенка, то есть если у вас их двое, вы можете взять либо два подарочных набора на выбор, либо подарочные наборы 20 тысяч, либо два раза по 20 тысяч, то есть каждому ребенку положен отдельный подарок. Либо компенсация, либо вот уже в таком материальном эквиваленте. А сроки вот у этой программы, которая стартует с 1 сентября у губернатора? Бессрочно. То есть пока нет такого, да, что там нужно успеть в какой-то период? Нет. Вот это начинается с 1 сентября, и я надеюсь, наша Московская область будет поддерживать это замечательное начинание. Это поддержит наших молодых родителей, это очень большое подспорье или материальная помощь, или даже вот этот подарок. Это очень здорово. Поддержка, потому что мы все прекрасно знаем, что и сколько стоит, и как подготовиться правильно. Потом ведь не секрет, много, наверное, и одиноких мам. Да, конечно. В связи с этим, просто, мамы, не бойтесь, вам будет все рассказано. У нас меняется концепция работы с женщинами, начиная от постановки, первичной постановки на учет беременности и так далее. Мы ее будем уже сопровождать. Индивидуальный лечащий врач по беременности, индивидуальные менеджеры-координаторы, которые будут сопровождать всю мамочку в течение беременности, объяснять, какие документы нужны. Не будем сейчас вдаваться даже, какие нужны документы, потому что у нас работает с понедельника по пятницу именно прямо вот рядом с акушерским отделением у нас открыта комната отдела ЗАГС. У нас замечательные представители отдела ЗАГС работают, все очень доступны, дружелюбны, они полностью владеют всей информацией, тоже высококвалифицированные специалисты, приходят, общаются с мамой. Мамам не нужно будет даже выходить из родильного отделения для того, чтобы получить свидетельство о рождении своего ребенка. Ну, да, и куча других программа, бонусов. Программа уже стартовала довольно давно, и получение свидетельства о рождении происходит. И не только. Да. Теперь это будет и не только. Вы можете зарегистрировать своего ребенка, получить полис ОМС, прикрепить своего ребенка к детской поликлинике. Мы можем поставить вашего ребенка на учет в очередь в детский сад. Это очень-очень важно. И не буду раскрывать еще всех других опций, потому что в Солнечногорском районе, вот мы тоже стараемся. Округе, да, простите, пожалуйста. Да, и будет много еще опций, которые вам
покажутся очень удобными, mm-hmm. потому что родители, когда уже выписываются из стен роддома, они уже заняты исключительно только малышом, mm-hmm. меняется полностью жизнь, и вот эти какие-то бюрократические вот эти вот моменты, конечно, они могут осложнить жизнь вот, любой молодой семьи. Поэтому вот мы стараемся всячески предоставить вам какие-то вот такие услуги, которые вам помогут просто избежать вот этих вот, вот хлопот. Вам mm-hmm. только нужно будет принести все необходимые документы, которые mm-hmm. мы вас просим. Ну, и самое главное, все это вот именно более подробное, скажем так, руководство к действию, где расписано все поэтапно, если мы говорим даже о вот дополнительных опциях, которые в рамках вот этой услуги, да, при родильном отделении. Или мы с вами говорим о подарочном наборе, или мы с вами сегодня говорили даже о непосредственном перечне там, тех же скринингов, обследований, которые необходимо пройти. Я вас услышала, подписываемся на ваш инстаграм, и, соответственно, там наверняка да. каждый есть... Да. Ну, вообще, мне кажется, стоит каждому это сделать, потому что, в частности, отцам тоже не мешало бы. Ну, а вот, кстати, а про отцовский капитал-то что? Все затишено, да? Ну, мы пока об этом не знаем. Нигде пока об этом не говорят, материнский да? капитал, да. Спасибо вам огромное. Прервемся на небольшой рекламный блок. И уже во второй части хотелось бы продолжить эту тему. Но уже более конкретно мы поговорим именно о медицинской помощи. Рожать в Солнечногорске буду. Это могло бы вполне стать своего рода хэштегом ко всем предыдущим, которые мы обсуждали в первой части нашей программы. Но сейчас более детально обсудим именно то, что увидит будущая мама, когда придет непосредственно в роддом, как организовано, в общем, само медицинское учреждение, как оно обустроено. Мы уже поговорили про повышение комфортных условий, мы поговорили про ремонт и про оборудование, которым оно оснащено. Но давайте продолжим беседу уже с врачами. И у нас в студии к нам присоединились врач-неонатолог, реаниматолог Герасимова Анна Юрьевна. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. И Овчинникова Людмила Юрьевна, исполняющая обязанности заведующего акушерским отделением. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Итак, конечно, как нам показалось, мы уже очень много что охватили именно в первой части нашей беседы, но есть еще важные моменты, которые тоже стоит озвучить. Но давайте в первую очередь начнем все-таки, наверное, со структуры нашего родильного отделения. Значит, наше родильное отделение, во-первых, расположено в структуре многопрофильной нашей ЦРБ, вот, на 6-м этаже, и рассчитано на 25 коек. 10 коек – это палаты патологии беременных, 10 коек послеродовых, те, кто уже родил, и 5 коек на дневного стационара. Наш родблок оборудован из двух родзалов, один из которых индивидуальный под партнерские роды. Сейчас это... А он чем-то отличается? Сразу извините, что перебиваю. Именно зал для партнерских родов от другого родзала, где... Дело в том, что в другом родзале есть две специальные кровати, так называемые Рахманова, для приема родов. То есть если вдруг рожает одновременно, угу. допустим, две роженицы... Угу. то там вот две таких кровати. В индивидуальном родзале для партнерских родов там только для одной роженицы и ее mm-hmm. сопровождающего человека. То есть mm-hmm. это либо муж, либо мама, ну, либо кто-то еще очень mm-hmm. близкий того, кого она захотела взять с собой на роды. Mm-hmm. Соответственно, там есть ну, кресло для мужа, там кресло только, и для приема родов кровать одна. Наверное, еще дополнительный анестезиолог-реаниматолог для мужа, который... Нет, мужья на самом деле те, кто приходит, они все очень подготовлены, никто в обморок не падал. И вот те роды, которые у нас прошли с начала года, партнерские, они реально оказывают помощь своей жене, и жены их рожают легче, быстрее и комфортнее. То есть mm-hmm. им это действительно идет на пользу. Это уже доказано. Присутствие близкого человека, да. Вот, они их ну, гладят, там, поддерживают. Да. А принимают ли они участие именно, вот, например, папы в каком-то, ну, не знаю, перерезать пуповину? Да, конечно, да, соглашаются, да. Причем, ну, все были смелые, то есть mm-hmm. все перерезали. Ну, соответственно, самый заключительный этап, mm-hmm. то есть там, где mm-hmm. уже... при ребеночек рождается, они стоят в изголовье у женщины, mm-hmm. потому что... Ну, это правильно, я да, считаю. Да, потому зачем? Что... Зачем? Они и так видели, как она мучилась все это время. Да, то есть обычному мужчине лучше
стоять в изголовье. А уже когда ребеночка на живот положили, они перерезают пуповину, и на самом деле очень трогательные моменты, то есть у них слезы выступают, это здорово. Конечно, да, это так прочувствовано. И у женщины, и вот ее мужа. И самое главное, женщине в этот момент, ведь не секрет, ведь все говорят, да, о том, что и из-за гормонов, и не только из-за этого психологическое состояние будущей мамы меняется. Иногда и настроение меняется, и все. Ей очень важно, у нее особая острая необходимость чувствовать себя нужной, желанной, любимой, о которой хочется заботиться. И, конечно, самооценка часто падает у будущих мамочек, вот что в связи с тем, что они меняются, и жизнь меняется, у них все меняется, да. И чтобы вот как раз исключить фактор послеродовой депрессии, это ведь происходит, да, вот такие партнерские роды и близкий человек рядом, это как раз он разделяет, да? С ней, получается, он проходит вот этот с ней путь, это, мне кажется, да, способствует укреплению семьи в дальнейшем тоже. Итак, значит, про два родзала сказали. Соответственно, после родов мы говорим о палатах совместного пребывания. Сегодня это здорово, ведь когда-то давно этого не было, чтобы ребенка приносили маме не только на кормление в определенные часы, но ребенок с мамой находился круглосуточно там. То есть, если все в порядке, все хорошо, малыш здоров, мама себя чувствует прекрасно. Мама может, да, тоже ухаживать за малышом, ребеночка ей приносит, обучают всему. Мамы выписываются от нас полностью, что называется, обучены и готовы заниматься своим ребенком. Потому что некоторые, конечно, кто особенно первый раз рожают, они зачастую ничего не знают и боятся даже обращаться с малышом. То есть наш персонал помогает, обучает, и они совершенно смелые уходят. Вот это обучение, скажем, понятно, что малыш родился, ей показывают, как правильно перинать, как правильно ухаживать там и так далее. А вот до момента рождения малыша есть ли возможность? Я знаю, что есть и школа будущих мам, и школа будущего материнства. Это то, что можно пройти и обучиться вот именно перед родами. Но непосредственно, пока она находится в госпитализации, вот передродовая у нее, да, и потом в дальнейшем. То есть к каждой мамочке, как это, персональная медсестра или кто? Специалист, который помогает ей в этом? Как это вот организован этот момент? У нас есть штат детских медсестер, врачей-неонатологов. То есть они, естественно, при необходимости, если мама просит ее научить, она в любой момент может к ним обратиться, и они ей это все подскажут, покажут и обучат уже непосредственно после родов. Анна Юрьевна, вы тоже, я так понимаю, как раз, да, как неонатолог, как раз, да, в первую как очередь, раз, да, человек, принимаете который в этом участие, да, скажите, пожалуйста, в целом, понятно, что, конечно, женщина, которая рожает впервые, не умеет ничего. Да. И страшно. А самое главное, наверное, я не знаю, здесь меня, может, поправите, им же страшно, даже взять, наверное, на ручки страшно. Волнительно, да, вот для этого мы призываем всех мам приходить к нам на школу матерей. И не так давно, наверное, уже чуть больше года, мы участвуем, наши неонатологи отделения участвуем в школе матерей. Мы прочитываем лекции, у нас подготовлены 3 презентационные лекции по грудному вскармливанию, по уходу за новорожденным, по физиологическим особенностям новорожденным. При этом мы, конечно, всегда рады видеть мам именно в нашем роддоме, но главной целью является научить будущую маму. И всегда на лекциях мы рассказываем о том, как мама начинает первую встречу свою с малышом, стараемся убирать волнение мамы, рассказываем, как взять малыша на ручки, как приложить его к груди, как его одевать, как его подмывать. Ну и, конечно, очень важная лекция, на мой взгляд, это физиологические особенности новорожденного, потому что в каждый период жизни человек имеет свои особенности, и чтобы мама не пугалась каких-то состояний, наших громких медицинских слов, мы рассказываем заранее, ее готовим, норму или какие-то отклонения в периоде адаптации. И я считаю, что это большое подспорье, потому что мамы начитаны. Мамы читают интернет, но в основном читают форумы. И там одна мама сказала так, другая мама сказала так. А здесь уже непосредственно мы доступным стараемся не медицинским языком, наглядно, у нас есть картинки, то есть лекции с презентациями. Показываем, что является нормой для малышей.
И мамы у нас идут уже подготовленные, настроенные. Ну и в том числе, конечно, идет семейное ориентирование. Mm-hmm. То есть всегда рассказываем, что папа обязательно, бабушки, дедушки принимают участие, помогают маме, чтобы она не боялась, что после родов, конечно, это стресс, конечно, это изменение жизненной ситуации. Но чтобы мама не боялась, что она рожает ребенка, mm-hmm. остается одна, все mm-hmm. приходят там, погулили, погуляли, а потом да. бессонные ночи. А потом, нет, а вот действительно, вот этот фактор послеродовой депрессии, вот сейчас он часто происходит? Вот если вот даже на примере Солнечногорского родов. Нет, не часто. Нет, они бывают, крайне редко случаи, бывают, да. Бывают, но к этому склонны все-таки определенный психотип женщин. То есть нет такого, что любой может вот оказаться, потому что практически любая мама переживает и волнуется именно за это, наслышавшись и начитавшись как раз об этом на форумах. Начинают прислушиваться к себе, есть этот материнский инстинкт или нет. Нет, какое, это какие-то вот такие вещи. Да? К счастью, редко бывает. В основном все-таки вот это материнство, оно просто захватывает от и до полностью. И всех, кого вы выписывали, да, да, все да, там да. абсолютно в порядке. Просто, наверное, очень редкие случаи, когда вот слезы какое-то, ну, объясняют прям вот я боюсь и нежелание даже заниматься малышом. Ну, видимо, что-то ну, наверное, такой вот да. психотип определенный уже у девушек. И, ну, это бывает, что и из у тех, кто брак не зарегистрирован, допустим, ну, как бы сказать, не очень желанная беременность. Не столько социальная какая-то ситуация. Больше, да, вот. Даже либо, да, либо социальный статус такой неустойчивый, то есть материальное обеспечение не очень. Вот. Потому что, конечно, крайний вариант, это когда вообще отказ происходит, но это редко, к счастью, опять же. Ну, здесь очень тоже очень важный момент. Вы, получается, помогаете, поддерживаете не только на период до выписки, если вот у мамы есть вопросы. Вот, допустим, она ходила даже в школу, да, вашу. Она посещала эти лекции, презентации, задавала много вопросов. А здесь непосредственно вы ей помогали, пока она перед до выписки с малышом находилась. И потом, если ее что-то волнует, и в частности, вот ее какие-то такие... Такие вопросы, которые, скажем так, она не может своим близким озвучить и задать, но не может она там своей маме, например, так сказать, или мужу тем более, то они могут с вами потом и дальше связь поддерживать, да, с той командой, вот с кем, кто ей помогал здесь? Ну, пока это чисто теоретически. То есть пока, например, когда выписывается мама с новорожденным ребенком на участок, полностью ответственность за нее начинает нести участковый педиатр, который приходит в первые 72 часа после выписки сведения. То есть у нас есть преемственность. Мы передаем сведения из родильного дома непосредственно в детскую консультацию. И обязательно врач, участковый педиатр приходит, осматривает малыша на дому, изучает документы, выписку из родильного дома. И затем они проводят наблюдение. Но связь с детской консультацией мы обязательно поддерживаем. То есть они как бы владеют той всей необходимой информацией по ребенку, которая должна быть. Ну да, все необходимое, вся необходимая информация. Но есть еще один страх, наверное, у всех, кто собирается стать мамой. Я, во всяком случае, ни одной не встречала, которая бы сказала... Да, не страшно, все отлично, все, сейчас родим, все хорошо. А роды без боли, об этом говорят, что давным-давно за границей, там где-то в Европе, уже в принципе эпидуральная анестезия или там еще какой-то альтернативный метод. Ну, в общем, все рожают сами, никаких кесарева, если это не показано, но без боли. А у нас мамочки вплоть, ну, если даже ориентироваться на те же форумы, комментарии, да, они же вот в этой среде, они все это начитаются, что там пишут, что вплоть до того, что нет кесарево сечения, но оно не показано, ей нет, будем платить, чтобы делать кесарево, просто только чтобы не рожать самой. Ну, в общем, вот такие страшилки всяческие. А что на деле здесь вот в Солнечногорске? Ну, понятно, что кесарево сечение никто, ни один врач не проведет, если оно не показано будет. Если не без показаний, ни один врач это не сделает, конечно. Потому что у любой операции, тем более кесарево сечение, она достаточно серьезная операция, полостная, да, сопровождается кровопотерей, и осложнения могут быть, к сожалению, они очень редкие, но показания должны быть, чтобы оправдать все эти риски. Вот, без показаний, конечно, никто кесарево сечение и врачи не будет делать. По поводу анестезии рода без боли, ну, самая распространенная, да, эпидуральная анестезия для обезболивания естественных родов,
У нас пока это не проводится, но это планируем. То есть вызов сначала, уже будет, да? С начала года, да, планируем это ввести. Угу. Для анестезии кесарево сечения чаще всего спинальной анестезии. То есть это похоже на эпидуральную анестезию, то есть тоже вид проводниковой анестезии. Да? Когда у мамы обезболивается нижняя половина тела, но она в сознании, она слышит, она может услышать крик ребенка, то есть она полностью в сознании. И большой плюс этой анестезии, что ребенку не выпадает абсолютно никаких препаратов, в отличие от общей анестезии, когда производится эндотрахеальный наркоз. Ну, соответственно, к любому из этих анестезий должны быть показания и противопоказания, которые учитывает анестезиолог. Но если все-таки вот вы планируете ввести с года, да, с начала года эпидуральную анестезию, это как раз здесь какой фактор? Это желание непосредственно Да, естественно, если женщина жалуется, что у нее болезненные схватки, что она хотела бы обезболивание, но для Или это заранее нужно делать, а не когда уже схватки начались? Нет, для нее определенные условия, то есть когда уже открытие шейки матки произошло на 3-4 сантиметра, то есть раньше ее делать бессмысленно. И, естественно, если уже близко к полному открытию или уже полное открытие шейки матки, тоже, естественно, нет, потому что дальше уже период поток начинается, то есть женщина должна тужиться сама. А этот вид анестезии, он самой тужице мешает уже. То есть, но вот именно договориться, как это, запланировать этот вид анестезии обговорить с врачом, это обговорить, можно, это происходит заранее, то есть это не когда вот уже роды пошли, и ей прям... Нет, можно, но нужно объяснить женщине, что вот для ее проведения нужны определенные условия, если они будут, то, конечно, мы их сделаем. Естественно, должно быть... Нет указаний на аллергию, на какие-то анестетики. То есть, если есть индивидуальная непереносимость, то это, значит, не будет сделано. Вот смотрите, ну, понятно, что здесь очень важно ряд именно медицинских показателей. А вот что про грудное вскармливание? То есть, влияет ли как-то на это эпидуральная или спинальная анестезия? Вот если, например, была спинальная анестезия и было кесарево сечение, вот вы говорите, она там безопасная, да? Но потом же, после того, как анестетик она перестает действовать, начинает отходить, соответственно, начинаются сильные боли, и возможно, что, наверное, врачи вводят потом обезболивающие маме. Какое-то время она не может кормить вначале грудью? Это влияет, это все взаимосвязано или нет? Нет, здесь? Абсолютно нет. Именно для того эпидуральной анестезии проводится во время операции кесарево сечения, чтобы мама не только услышала крик ребенка, то есть она присутствует на своих родах, она полноценно участвует в них. Мы еще практикуем сразу прикладывать ребенка к груди прямо в операционной, прямо на операционном столе, то есть во время операции кесарево сечение ребенок получает первые капли молозива, это очень важно. Для мамы это тоже психологический контакт, она понимает, что все в порядке. И это практикуется не только у новорожденных доношенного срока, даже у новорожденных недоношенного срока. То есть если позволяет состояние малыша, то он тоже прикладывается к груди и получает первые капли молозива. То есть здесь противопоказаний нет, конечно. Сегодня нет такой прям, знаете, повальной проблемы, что у мамы, у которых нет молока, у вас в роддоме? Или как? У всех, в принципе, все вовремя, все в порядке. Существует, да, такая вероятность. Говорят, есть такая редкость, когда говорят про статистику в целом, говорят, это настолько редкий процент женщин, которым не дано. Это редкий процент. На самом деле, если, как я всегда говорю, если уже ребенок родился, есть грудь, молоко будет обязательно. Главное настрой женщины еще до родов, что она готовы кормить ребенка грудью своим грудным молоком и долго, и это основной момент, да, и потом вот первое прикладывание груди, которое запускает процесс лактации успешный, и дальше, если настрой у женщины этот продолжается, то есть и тогда все успешно, несмотря ни на размеры груди, ни на... То есть это очень редко, когда молока не бывает, значит, не было настроя, скорее всего, и тот гормон, который ответственен за выработку молока, пролактин, то есть его маловато образовалось.
Ну, понятно, что все-таки тут задачу должны выполнять комплексно, у правильного настроя будущей мамы. Здесь не только, конечно, вы, врачи, и все условия, которые выделены. Окружение, семья. Окружение, и она сама в первую очередь. Да, и, конечно. Ну, вот такое детское отделение новорожденных, в свою очередь, мы ориентированы именно на грудное вскармливание. И медицинский средний персонал, врачебный персонал. Мы всегда стараемся маму ориентировать, ну, практически иногда безальтернативно, что мама должна кормить грудью. То есть на каждом осмотре мамы мы всегда контролируем уровень лактации. Сами вот очень часто во время обхода, да, в палате прикладываем малыша к груди, чтобы увидеть, какие есть трудности у мамы, как малыш реагирует, как у нее идет становление лактации. Там есть несколько периодов. То есть это очень такая, конечно, большая, рассуждаемая такая тема. Ну, понятно, что да, и научно, очень большая, и с научной точки зрения. Многие почему-то пугаются и считают, что молоко должно прибыть прямо вот она родила, и уже должна заполниться молоком. Это, конечно, ошибочное мнение, потому что молоко вот именно приходит на 3-4 сутки. Поэтому здесь нужно просто успокоиться и просто давать грудь ребенку. Молозиво оно обязательно есть, и ребенок его добудет. И сосание ребенка, вот этот акт сосания, вот как раз все это и запускает. Ну, понятно, что есть и другие важные моменты, которые здесь контролируют. О чем еще хотели рассказать? На самом деле, даже если не говорить о нововведениях, да, вот чего не было раньше, здесь у вас уже все, в общем, система вся отлажена, алгоритм действий отлажен, команда собрана, работаете вместе, команда единая, слаженная одна. Что еще есть, о чем, например, еще не знают будущие ваши пациентки? Не те, которые сейчас находятся в роддоме, а будущие пациентки. Что еще хотелось бы отметить вам и добавить? Ну, то, что нам можно доверять. То, что к нам можно приходить, нам можно доверять. Потому что вы врачи. Да. Кому тогда еще доверять-то? И, конечно, когда-то откуда-то появилась информация, что детское отделение не совсем готово, да, к экстремальным ситуациям, но это не совсем так, можно даже сказать, что это вообще не так. Все неонатологи отделения обучены первичной реанимации в родильном зале, все имеют стаж более 7 лет. У всех есть квалификационная категория первая или высшая. У всех есть дополнительные сертификаты по анестезиологии, реаниматологии, по УЗИ, по педиатрии дополнительно. То есть такой достаточно широкий спектр. И все постоянно проходят обучение. Для оказания помощи есть все необходимое оборудование. То есть и для традиционной ИВЛ, и для неинвазивной ИВЛ, и для интенсивной терапии, и для парентерального питания, инфузионного питания. Mm-hmm. И вот кювезы, которые мы вот видели на экране. И, конечно, отделение готово, и это не пустые слова, потому что, работая в отделении несколько лет, такие ситуации возникали. Отделение готово к приему разных пациентов, даже если это пациенты экстренные, даже иногда не нашего уровня, но вот поступившие в наше отделение. И эти дети получали ту помощь, которую они должны получить сейчас в рамках всех протоколов и стандартов. И, в принципе, выходы хорошие достаточно. То есть всех детей мы отслеживаем, все состояния регистрируем, то есть выходы хорошие. Ну, это самое главное, что у вас у всех, у вашей всей команды именно есть практика таких случаев, да, помимо того, что врачи, в принципе, постоянно учатся, постоянно подтверждают именно свою квалификацию, но здесь именно важна практика. Поэтому спасенные жизни, и иногда приходится действительно спасением заниматься, а не традиционным, плановым, так сказать, да, родовспоможением. Но это очень важно, что все условия есть. Ну и говоря, наверное, неправильно было бы спрашивать, привезут ли какое-то новое оборудование, да, как здесь говорил в первой части, говорил руководитель о том, что все уже укомплектовано, уже все есть. И что-то такого, что а вот нам бы еще бы хотелось вот этого, или там нам бы еще нужно было вот это. Пока я услышала только массу планов, причем даже не планы, это уже цели конкретные поставлены, уже мы скоро будем видеть все эти изменения в динамике. А что тогда хотелось бы вам? Пациентов. Если... Хотелось бы, чтобы женщины приходили, рожали пациентов. У нас и входили довольные и счастливые со здоровыми детишками. Это, в принципе, наша главная цель. Априори для нас. Да.
Все есть, врачи есть, техника. Да, мы будем стараться. Хотите просто, чтобы было их больше, этих пациентов? Да. Мы хотим, чтобы нам доверяли. Вот это самое главное. И, понимаете, на работу идешь с хорошим настроением. Потому что вы сами видели, когда вот снимали отделение, mm-hmm. что вечный позитив, рождение детей, да, это сами дети, да, то есть это как бы просто не описать даже. И скучаешь в отпуске, там, где-то выходные скучаешь, то есть это некий, да, там, стимул жизни такой. А когда еще есть доверие, есть отдача, когда есть, когда мамы, там, пройдя тяжелые ситуации, вместе с нами возвращаются, у нас были такие случаи, и рожают детей уже в более легких, да, каких-то mm-hmm. ситуациях, уже там, например, был недоношенный, родили доношенного, и они показывают фотографии этих недоношенных детей, которым уже несколько лет, и они там ходят в детский садик, они абсолютно mm-hmm. адаптированы к жизни, они абсолютно полноценные члены общества. Вот это стимул, понимаете? Вот это стимул. И, конечно, хотелось бы, чтобы пациентов было больше. Угу. У вас обратная связь с пациентами есть потом в дальнейшем, видимо, да? Раз даже фотографии присылают. Особенно, ну, они приходят к нам в отделение. Вы же, конечно, переживаете, если, и, конечно, если угу. была какая-то тяжелая ситуация. Конечно. Вроде бы все хорошо, уже отпустили, выписали, но все равно же какой-то период есть время, конечно, когда не забудешь. Конечно. Ну, мы или они, мы как-то переплетаются, да, угу. нашей жизни, ну, угу. пусть профессиональная, а их личная. Угу. Мы становимся частью чего-то вот единого. Потому что, да, от результатов нашей работы зависит счастье целой семьи, да, и судьба семьи. Еще знаете, что хочется отметить? Наверное, вот когда именно есть пациенты, которые вас благодарят, они есть, они приходят, скорее всего, к вам лично. Ну, вряд ли даже, наверное, реже звонят. Но почему-то вот люди, которым действительно есть что хорошее сказать, спасибо конкретному врачу, они почему-то редко пишут отзывы. На основании слухов, ну, не секрет же, да, как негативные отзывы пишутся. Это же не только, что человек действительно у вас был, у вас потом выясняет, что даже таких пациентов-то не было. Бывает, да, пишут такие вещи. Почему бы тем, кто готов и открыт к обратной связи, кому mm-hmm. действительно есть что сказать именно хорошего, мне кажется, это нужно делать, потому что, ну, даже если уйти немножечко в эту бюрократию, но без нее никак, действительно, вам нужно и много отчетов, и документации, есть определенные показатели, есть определенные квалификации и так далее. Это все очень важно для врачей в том числе. Они тоже вынуждены этим заниматься. Вот. И мне кажется, что такие положительные, реальные положительные отзывы, они тоже делают свое дело. Не только то, вам легче работать, потому что человек вам действительно искренне благодарен, и вы счастливы, что у него все получилось, у него все хорошо. Да. А здесь еще и в вашей работе пациентам тоже нужно немножечко помогать врачам. Ну, это мне так кажется, просто мое мнение. Мы открыты. Именно чуть-чуть помогать. А помощь-то очень простая в этом. Помощь просто, если вы действительно благодарны, оставьте отзыв. А если действительно там, ну, поддерживайте, делитесь обратной связью. У вас все хорошо, и на лишний раз меньше переживаний для того же доктора. Как это все прошло. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Прям масса информации именно хорошей. Но еще раз я хочу напомнить для всех насчет Дня открытых дверей каждый вторник и для Дня открытых дверей в женской консультации каждый четверг. Это к разговору о том, что сегодня мы все это обсудили, поговорили, кто-то услышал, кому-то интересно. Угу. Можно прийти и вот там непосредственно на месте. Будет экскурсия. Да, конечно, и увидеть, и услышать. И у вас, и у нас лекции. Да, я еще хочу добавить, что еще и в субботу. Есть угу. открытых дверей с 11 до 12. Но в субботу нужна предварительная запись. Во вторник без записи. Угу. С часу угу. до 2. А записаться можно электронно? Да. Указан номер телефона. Там указан. По телефону. Да, угу. там в соцсетях есть телефон указан. Угу. В Инстаграме угу. есть. Ну, все, будем ждать подписчиков на ваши. Ну, действительно, где все получают информацию в интернете, но просто, наверное, не всем придет в голову, что роддом Солнечногорск, там Инстаграм, да? Или там у медучреждений, да? Не только же электронные записи на сайте. Вот так что можно это и таким образом получить информацию. Спасибо вам большое. Ну, ждем приглашения на какие-то ваши важные мероприятия, которые у вас там будут. С удовольствием приедем. Обязательно. Очень хочется посмотреть и уже то, как это будет выглядеть mm-hmm. с завершенным ремонтом, завершенной mm-hmm. выписной, и так пройтись по обновленным палатам тоже хочется. Mm-hmm. Спасибо огромное. Спасибо. И спасибо всем, кто нас смотрел, кто с нами вместе был.